Вот. Ну ладно, давайте посмотрим, что тут у нас Евгений Панасенко говорит про Шульман. Предупреждал, что вот помните там, что ой, почему вы так Шульман критикуете? Я не критикую, я просто презираю ее. Просто презираю. Это же такое вот пищит. Есть люди, которые говорят, а есть, которые пищат. Причем это повторить сложно. Это такая, представь себе, мышь, только в рэповском виде, ускоренном таком. То есть если мышь, ее придавить дверью хвост, наверное, она будет так пищать. Я не знаю, но это мое предположение, можете... Нет, не будем пробовать, жалко мышь, в отличие от Шульман. Ну, я не так категоричен, да, в отношении Шульман, но в целом его скептическое отношение к этой даме я разделяю. Совершенно переоцененная вещь. Кстати, непонятно, как бы, что там, собственно, слушать-то? Это уровень Википедии примерно так.